Друзья, всем привет! А давайте сделаем небольшую экскурсию по Плазе и посмотрим, какие магазины сейчас открыты, а какие нет. Ну давайте погуляем, посмотрим. Спортмастер открыт для любителей спорта. Магазин открыт. Друзья, сегодня в Плазе, ну, реально больше народу, чем обычно, но магазины закрыты. Практически все закрыто. Народ, видимо, ломанулся в магазины, но все закрыто. Пойдемте дальше. Так, ну вот парикмахерская открыта. Пойдемте дальше посмотрим. Вот фотостудия тоже работает. Ну, Эльдорадо, понятно, открыто. Как и М-видео.